Приветствую наших уважаемых подписчиков и зрителей, и с вашего позволения я продолжу озвучивать свою коллекцию афоризмов и цитат. Но хочу сегодня немного добавить к тем мыслям, которые я сейчас озвучу. Уже сказал, я изначально решил сохранить интригу и не говорить, где подчеркнул указанные афоризмы и цитаты. Но все обдумав, я решил, что правильнее будет иногда давать небольшие подсказки. Вот первое. Пока что основная масса озвученных афоризмов и цитат принадлежит Сергею Лукьяненко. Но раздобыл я их в довольно большом количестве его книг, и в каких именно, понятно, говорить не буду. Впрочем, как уже сказал в прошлом ролике, большинство источников при желании найти несложно. Вот, кстати, как выглядит Сергей. Ну и теперь я, с вашего позволения, приступаю. Человек, бросивший вызов судьбе, любимое зрелище богов. Но наступает день, когда боги устают смотреть. Именно так и попадаешь в ложные ситуации, решив узнать всю правду. Организация, защищающая массы, неизбежно подавляет отдельных людей. Монархия держится на одном, на традиции. Если сменить лишь один ритуал, рухнет все. Жизнь и смерть одного человека порой решают судьбу мира. Если щит слишком надежен, его не пробивает даже собственный меч. Одинаковая задача неизбежно порождает одинаковое решение. Исключение из правил всегда красиво. Молодость ушла вместе с любовью. Признательность, благодарность, вина – все то, что часто предшествует любви. Дальше хокку лучше зачитаю. Юмористическая хокку. Хлопнул водки стакан, нашел просветление, пошел смысл жизни искать. Сила существует лишь в противоборстве. Абсолютная мощь неотличима от бессилия. Жажда сильнее в пустыне. Сила наполнена слабостью, и ее имя – равнодушие. Лишь слабому интересна борьба. Мир стоит не только на дружбе и любви. Есть еще дело, которое нужно делать. Смысл жизни можно отнять только вместе с жизнью. Сон – лишенная вероятность жизни. Вероятность вне времени и пространства. Следующий лучше читаю, он несколько спотыкательный. Победить можно лишь любовью. Заставить врага проиграть способная ненависть. Но побеждает лишь любовь. И следующий, последний афоризм тоже лучше зачитаю. Радостное отупение – это нормальное состояние человечества. И во все времена состояние радостного отупения устраивало большинство людей. Пока все. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках.